Приветствую всех всем на канале. Сегодня у нас обзор на игру House Designer. Не знаю, почему я хочу назвать House Flipper, может, какая-то другая игра есть. Вот, это была игра, перекинута с ПК на Android. После недавнего обновления здесь было полностью переделано текстуры, можно менять фасад здания. Но из минусов урезана задняя территория очень сильно. Вот, добавлены новые двери, то есть очень много интересного. Интересной мебели у нас есть. Заходим в наш дом. Дом у нас уже как бы без всех дырочек, мусора, потому что скачал взломанную версию. Тут уже было сделано это все. К сожалению, но мы это все исправим. Так, у нас есть недвижимость. Вот у нас маленький уютный домик. Валюта, магазин. В магазине добавили очень много различной мебели. Много мебели убрали. То есть это тумбочки какие-то большие. Убрали кухонный гарнитур, очень много техники добавили, новый с ПК импортированный, вот, добавили очень большое количество различных светильников, двери, стекла, окна, обои, то есть покрытие пола, очень много всего добавили, картин много добавили. Пройдемся вот так вот кратенько по тому, что есть, а потом уже будем искать. Вот, играл в эту игру, наверное, года 3 назад, последний раз, то есть очень давно. И, в принципе, вижу, что очень много поменялось, и в лучшую сторону некоторые функции были урезаны. Вот, и скажу сразу, я звук записываю уже после того, как отснял все, поэтому будут некоторые такие моменты интересные. Вот, видео у нас получилось на полчаса, залью полную версию, а потом залью по 15 минут, чтобы хотя бы не было так долго вам смотреть. Вот. Что хочу сказать, что полчаса идет у нас видео, да, а на создание этого видео я потратил полтора часа. Вот, из-за некоторых косяков, которые не были в старой версии игры. Ладно, вот по настройкам мы видим настройки графики, можно поменять время года. Не знаю, кстати, почему урезали, раньше можно было само менялось время. Время. Суточные. Вот, то есть закат, день, рассвет, там, ночь. Не знаю, почему-то сейчас убрали. Добавили какой-то новый предмет, я не знаю, что это такое. Это у нас можно продать различные элементы. Вот, этим мы и будем с вами заниматься сегодня очень часто. Так, шпакля, дырки заделывать, красить, это подметать. Вот, с чего начнем? Начнем, наверное, с проверки новой функции. Это фасады зданий, ребята. Переходим в магазин, и здесь у нас где-то есть фасадики. Так, где они у нас? Здесь у нас нету фасадиков. Вот, ребята, сайдинг называется, правильно? Ладно. Давайте попробуем подобрать какой-либо цвет. Так, применить. Это у нас белый вроде как. Не знаю, что-то не то. А мне хочется еще дверь подогнать как бы к этому сайдингу. Так, это у нас какой-то ярко-коричневый, даже можно сказать оранжевый. Не, ну тоже какой-то яркий дом. Я не очень люблю такие яркие дома, хотя они мне нравятся. И сдержанный, коричневый, наверное. Вот, коричневый, мне кажется, лучше всего подходит сюда. Вот, и белую дверь обязательно поставим. Так, сюда ставим и четвертая стена. Так, ребята, быстренько все продаю. Ускорил время, чтобы так много не занимать. В принципе, что делаем? Просто продаем все и вся. Чтобы пусто у нас были стены, даже окна поснимаем. Но, ребята, скажу сразу, что я очень большую ошибку совершил, сняв все окна. Обратно их пришлось ставить именно такие же. Хотел другие поставить. Вот. Ставим сюда белоснежную дверь. Тут есть большой выбор цветов, на самом деле. Но оставим белый. Вот. Все, давайте посмотрим, как это выглядит у нас. Ну вот, мне кажется, неплохо. Вот, крышу, конечно, нельзя подредактировать покрытие. Тоже было бы интересно. Ладно, ставим сначала окна. Какие-нибудь обычные. Ну, как бы эти обычные окна я потом уберу и поставлю все-таки те, которые стояли изначально, потому что они лучше выглядят. Поставим пока что обычные, ладно. Не суть. Так, двери у нас будут межкомнатные, вот такие. Опять говорю сразу, ребята, поменяю цвет дверей, потому что они не будут подходить. Ну, а сейчас переходим к выбору обоев. Обоев большое количество у нас. Есть вот такие, ну, блин, какие-то они светлые.
Так, какие еще? Блин, обоев много добавили, они все ни о чем. Здесь нету. Есть краска, да, есть обои под один сплошной цвет. И обоев здесь нет. А текстура краски у нас текстура краски, то есть не гладенькая такая. Не знаю, давайте, наверное, оставим такие обои. Трогать их не будем. Надо решить с покрытием пола, что будем делать. Хочется какой-нибудь яркий добавить, потому что комната светлая. Вот, наверное, так и оставим. Так, по мебели угловой диван сразу ставим в бок. Так, вот этот, наверное. Да, поворачиваем его. Сразу поставлю. Я уже примерно знаю, какой планировкой буду пользоваться, потому что в эту игру играл уже, делал тут дизайн. Вот, но сейчас хочется подредактировать, сделать уже более как-то хорошо. Я, конечно, не профессиональный дизайнер, но думаю, что-нибудь интересненькое у нас получится в плане обстановки. Сделаю как удобно. Так, ну цвет хочется сделать темненький. Вот, темно-серый оставлю, чтобы контраст был какой-либо. И, наверное, все-таки сделаю темные двери. Да, продаем эту и ставим, ребята, с вами темные двери. Все, супер. Так, что у нас идет дальше? Дальше у нас... Ой, так. Что, давайте выберем другие обои, потому что эти обои уже сюда не подходят. Так, ну применить, посмотрим, как смотрится. В принципе, кстати, если не обращать, что это цветочки, типа просто белый обой с черным узором, то это выглядит просто идеально. В принципе, наверное, их я и оставлю. Так, но у нас есть еще как бы вариант один, да? Так, где он у нас тут? Ну, вот есть как бы вариант еще другой. Это у нас обои синие, зеленые. Но они как-то у нас смотрятся не очень хорошо в данной комнате. Я их, наверное, в спальню поставлю. Давайте тогда везде эти рулоны налепим. Так, вот, все, как бы комната у нас более-менее сделана. Пол, конечно, теперь нужно сделать потемнее, потому что комната у нас потемнее. Вот, наверное, поставлю этот. Ну, временно сойдет, вот, хотя бы, чтобы примерно представить картинку. Все равно будут ставить новую мебель и менять дизайн комнаты. Так, дальше переходим с вами к кухонному столу. Так, не знаю, какой тут есть различные подставочки. Вот, не знаю, мне это не очень нравится. Кухонный стол 3. Мне, в принципе, очень сильно нравится. Наверное, будем использовать его. У него есть там дополнительные ножки, то есть он не будет выглядеть таким пустым. Так, мы его с вами поставим. А, обычный. Нет, обычный что-то у нас тоже какой-то никакой. Ладно, поставим, наверное, стол попозже. Стол, так, ну, цвет светлый. Ну, блин, что-то светлый не идет. Ладно, потом решим, что с этим у нас как будет. Вот. Берем тогда его. Так, ребята, переходим с вами к кухонному гарнитуру. И скажу, ребята, сразу, что допустил очень большую ошибку. Изначально, кстати, был гарнитур угловой. Их было два вида, но сейчас этот вид убрали. Выберу темный такой у нас, столешница светлая, не темный. Скажу сразу, из-за большого количества окон я не смог сделать картину, которая мне бы понравилась. И пришлось много чего переделывать. Но сейчас вот посмотрите хотя бы примерно, как я делал до этого. Равняем по одному уровню все. Я взял за уровень стенку. Очень большие, с большими трудностями я столкнулся при создании данной стенки, потому что нету все-таки у нас угла определенного. Сделать очень сложно именно угловую. Так, равняем все по уровню. Так, ребята, решил я прибегнуть к другому. Поставил, во-первых, пол другой. Здесь у нас будет... отделил я стенку. Стенку поставить здесь нельзя. Вот такой у нас угловой получился комната. Здесь у нас прихожая будет. Не знаю, как-нибудь ее обустроим. Это у нас временная перегородочка. Так, получилось все-таки сделать более-менее Г-образную кухню. Так она у нас выглядит. В принципе, одно окно, не страшно. Так, некоторые даже так делают. Угловой диван пришлось передвинуть, поставить с этой стороны. И, в принципе, у нас получается уже более-менее обжитое пространство без пустых мест.
Так, переходим в менюшку и давайте поставим стол. Мне все-таки понравился стол третий. И его, наверное, сейчас с вами и поставим. Так, ребята, наверное, надо занять как-нибудь это пространство. Выберем тумбочку. Не знаю, есть ли здесь такие тумбочки большие. Мне кажется, это маленькие прикроватные. Вот, так. Ну, блин, маленькая, вот серьезно, очень маленькая. Нам нужно что-то, чтобы занять это место. Ребята, пишите в комментах, нравится ли вам серия по этой игре. Если нравится, то я засниму уже, наверное, в трех или в четырех частях сборку, постановку мебели в следующем доме. Обязательно отремонтируем там все. Дом в убитом состоянии. Я его уже купил, посмотрел, что там примерно прикинул. Чтобы не думать, не занимать на это время никакого. Вот. Там есть гараж. В этом большой плюс. Ну, а сейчас мы ставим кухонный стол с вами. Так, наверное, все-таки третий поставим. И выберем темный тон. Потому что вся мебель у нас в темных тонах выполнена. Вот такой цвет, мне кажется, идеально подойдет. Так, убираем. И надо поставить сюда стулья обязательно. Так, стул второй мне больше всего нравится. Он с подушечкой выполнен. Вот. Так, черный у нас есть только темный, темно-серый. Так, поворачиваем и ставим максимально впритык, как это возможно, просто задвинуть. Вот, у нас есть угловой как бы диван, но его будет недостаточно. Если приедут гости, то им нужен будет стул. Вот, не знаю, у нас тоже угловой диван, рядом стоит стол, стул. По два, по три стула у нас все-таки есть. И на всякий случай есть пару стульев для того, чтобы приехали гости и могли сесть. Так, в этом плане все есть. Давайте ковер welcome поставим, как всегда. Вот просто все время захожу в эту игру и в любом доме ставлю ковер welcome на входе. Так, все, в принципе, обживаем сейчас с вами дом и надо придумать, что здесь сделать. Так, ребята, решил сделать так. Вот у нас тут коврик, тут у нас гардеробная, очень много различных отсеков для хранения вещей. Там и куртки, и пальто. А сейчас давайте переходим к установке розеток и включателей-выключателей. Здесь их будет ставить практично. У нас типа LED-светильник по всей территории кухни. Это очень практично, удобно. Так, расставляем свет. Не знаю, можно было поставить LED на... Ну, LED-светильники над столешницей, но они тут какие-то очень массивные. Так, а обжил я с вами прихожую, поставил тюлечки, тут у нас место для собаки, растения, вешалочку поставил. Так, здесь у нас что? Здесь, в принципе, поставил холодильник, почему бы и нет, у нас идеально он поместился. На кухне обязательно должен был быть холодильник, я не знаю, как я про него забыл. Кофеварка у нас, обязательно растения, в принципе, можно и лук выращивать. Это практично удобно. Чайник поставил, микроволновую печь, опять же, тюлечки, шторочки. Вот такой вот интересный светильник. То есть, в принципе, потихонечку обживаем территорию. Ну, обжито ее полностью назвать нельзя, но все же. Так, на эту кухню мы закончили, переходим к ванной комнате, ребята. Так, тут нужно с вами выбрать, что у нас будет... Такие обои. Так, ну обои у нас все-таки именно обои будут, а не плиточка. Вот, давайте выберем какие-нибудь тона яркие. Так, ну давайте такие, в принципе, мне нравится кремовое исполнение. Тут нельзя сделать темное, потому что нету таких ванн. Придется сделать под светлые. Я хотел, знаете, что сделать изначально? Светлые обои, там ванну с деревянной вставочкой, то есть все по фэншую, мне вот так вот нравится, но все же у нас так не получится сделать. Так, пол мы с вами поставили, и давайте выберем ванную комнату. Так, ставим унитаз, унитаз у нас будет стоять, хотя ладно, давайте поставим ванну, и от нее будем упираться. Акриловая ванна очень маленькая какая-то, прям, не знаю, я люблю большие ванны. Поэтому давайте возьмем все-таки обычную встроенную ванну и поставим ее сюда. Так, ребята, вот таким образом я обжил здесь ванну. Ставим с вами зеркало в светлой рамочке. Как-то криво оно встало, да? Поставил я унитаз, унитаз люкс, и решил выбрать все-таки обычную мойку, старенькую, потому что она лучше всего сюда вписывается. Вот, и на нее можно что-нибудь положить.
Ладно, переходим теперь к дополнительным каким-то элементам. В принципе, что еще можно добавить? Здесь у нас полотенцесушитель. Кстати, поставлю самый обычный. Мне нравится, удобно. Много перекладинок. Вот, и телека не хватает, ребята, да. Очень круто, если ванный телек. Как бы в этой игре мы можем себе это позволить. Пришел, полную ванну набрал, лег и кайфуешь. Вот, можем себе позволить в этой игре, в жизни, не знаю, могут себе позволить. Мне кажется, если бы родителям сказал установить телек в ванне, они бы такие сказали, ты что, дурачок вообще? А, ну ладно. Так, ставим с вами зубные принадлежности. Вот. Как говорит моя бабушка, мыльно-рыльные. Не знаю, откуда это вообще фраза, ну ладно. Так, мыло обязательно ставим. Сюда вот. Так, не знаю даже, каким образом его лучше поставить будет. Вот таким образом или повернуть. Мне кажется, лучше будет его повернуть. Продадим и поставим заново. Так, вот у нас все мыло с мыльницей. Установим сюда. Так, дальше у нас что? Дальше нам туалетку. Не знаю, почему-то на этот унитаз туалетка не ставится. На старый унитаз она ставилась. Так, эту вещь, в принципе, можно куда-то зафигачить, но не вижу в этом смысла. Лучше туалетку куда-нибудь под раковину поставить. Вот это было бы практичнее. Так, ставим с вами ёршик. Куда без ёршика? Так, поставил самый обычненький, мне он больше всего нравится. Так, ну и, в принципе, осталось только шампуньки на ванну поставить, потому что тут нету каких-то определенных мест, куда можно сложить все эти принадлежности. В принципе, можно здесь под ванну сложить, но под ванной различные порошки, запас туалетной бумаги и так далее. Вот так вот мы закончили с вами обустройство ванны. И, наверное, осталось у нас только последнее, это поставить светильник. Светильник поставлен, наверное, самый обычный потолочный светильник. Вот такой вот квадратненький. Так, можно выбрать несколько цветов, но поставлю светлый, потому что у нас светлая ванна. Так, на этом ванну закончили. Ванна это мой самый нелюбимый. Тут меньше всего каких-либо различных элементов. Есть все маленькое. Вот, поэтому хочется побыстрее уже закончить. Так, ставим обязательно сюда с вами включатель-выключатель и розетку. Потому что фен различный, там для женщин, укладки. Вот, надо же куда-то приспосабливать. Так, все поставили с вами. И на этом мы заканчиваем обустройство ванны. Так, все, закрываем и переходим с вами в рабочий кабинет. Ну, как бы для жителя одного мы будем делать. То есть, в принципе, дом для одного человека, можно сказать, офис на дому. Поэтому сделаем так, продаем окна, эти окна мне не нравятся. Знаете, как бы тут палка на двух концах. Ты делаешь для того, чтобы к тебе приехали, у тебя крупная кухня, офигенный угловой диван, да, а вот рабочий кабинет чисто для одного человека мы делаем, вот, то есть этот дом либо дачный, либо для работы используется, для приема гостей только временно, то есть без ночлега. Так, ну, обои какие-нибудь интересные можно подобрать, в принципе, не так, чтобы были какие-либо детские, вот, у нас все-таки детские обои, давайте попробуем такие подобрать. Не знаю, что-то не нравится, мне не нравится. Так, хочется что-то яркое, такое зелененькое, но не детское. Так, это тоже не то. Пробуем эту. Вообще какая-то фигня. Так, это у нас золотой, вообще через жопу как-то выглядит. Так, ну вот, обои вдохновления, ребят, давайте их с вами установим. Да, вот, пусть они нас вдохновляют. Так, применить. И осталось применить здесь. Вот, что у нас должно быть в рабочем кабинете. Обязательно, если приезжать на несколько дней, обязательно в любом доме должна стоять кровать. В принципе, можно и поспать на диване. Так, ну ладно, пол. Забыли пол. Такой светлый пол у нас будет. В принципе, он сочетается с зелеными обоями. Так, что еще? Тут, в принципе, больше ничего интересного нету. Обязательно кровать. Большой выбор кроватей с различными каемочками. Выберем, наверное, самую классическую, которая просто есть. Так, развернем обязательно вот таким вот образом.
Так, и оно сделаем его, наверное, какой-нибудь коричневый, потому что слишком темную мебель не стоит делать. Хотя тут коричневый такой себе. А, такой есть. Так. Наверное, темный оставим. Серьезно, больше всего так выделяется. Вот, и можно будет поставить темную мебель. Вот таким мы его оставим. Все, кровать у нас установлена. И давайте теперь найдем рабочий стол какой-нибудь. Где у нас есть рабочий стол? Так, стол нам нужен с каким-нибудь интересным решением. Не слишком пустой, чтобы был. Так, ну, наверное, все-таки выберу этот. Он мне больше всего по душе. Так, и цвет. Темный, наверное. Мебель у нас все будет полностью темная. А, так, да, в принципе, можно было сделать вверх под цвет пола, но не хочу. Немного отодвигаем от кровати, чтобы, не дай бог, не стукнуться головой, когда просыпаемся. Вот. В этой игре это, конечно, нельзя сделать, но все-таки какая-нибудь опора для жизни есть. То есть, чтобы было удобно в быту. Так, темный у нас будет, наверное, серый вот такой вот перегородочка, чтобы занять место. Голос пропадает иногда почему-то. У меня вот. Заняли место вот такой перегородкой и ставим у нас кресло. Кресло, наверное, с зелененькой подушечкой, потому что у нас присутствует зеленый цвет на обоих. Такое вот яркое, полностью темное, серое не хочется ставить. Так, что еще можно добавить? Обязательно шкаф. Вот нужен шкаф для того, чтобы постельное белье сложить, одежду различную. Так, поставим, наверное, широкий такой большой шкаф здесь вот, чтобы все туда поместилось. В темных тонах он у нас будет, наверное, лучше всего подходить. Да, вот такой вот коричневенький. Ну, потихонечку, смотрите, уже обживаемся с вами. Так, ну, а сюда шкаф поставить? Я не люблю, конечно, загромождать шкафами. Давайте посмотрим просто, как будет выглядеть это. Вот, я жил в комнате, обставленной шкафами, и мне это очень сильно не нравится. Так. Нет, очень сильно загромождает, лишнее, очень лишнее. Так, продаем. И, наверное, сюда потом придумаем, что можно будет поставить. Обязательно ковер, то есть надо выбрать, определиться вообще с ковром. Покрытие у нас холодное. Сто пудов в этом доме нету такой системы, как подогрев полов. Я очень люблю ковры. Босиком приятно ходить. Вот. Наверное, поставим вот этот ковер. Вот, да. Признак обжитой комнаты – это ковер. Вот. Мне это вбили. Я не знаю. Как бы, может, для кого-то это по-другому. Так, тюлечки. Тюлечки поставим. Наверное, у нас будут серые, как на кухне. И сюда ставим. Обязательно тюльки нужны. Ребята, комната уже по-другому абсолютно выглядит с ковром, с тюлечками. Вот. Так, что еще добавить здесь можно? Здесь можно добавить различные картины. И, наверное, карту мира мы над кроватью повесим. Здесь у нас не поместится, но вот давайте вот ее вот здесь вот поставим. Так, все, карта мира у нас установлена. Сейчас уже идем побольше к декору. Так. В принципе, на этом все. Давайте перейдем тут, посмотрим, что у нас есть. Там различные дарты, настенные часы. Давайте попробуем куда-нибудь приплести эти часы. Не знаю, у нас нету настенных часов, ни одних просто. Вот. Нам хватает часов на духовке, на микроволновке. И как бы практически в каждой комнате у нас стоят электронные часы. Перешли уже к этому. Так, ну, наверное, часы здесь будут стоять, хотя не знаю, что-то у нас недополненная какая-то картинка. Все-таки в это пространство надо будет что-нибудь поставить. Ну, здесь как бы часы у нас не должны стоять, они будут скрываться дверью. Уберем. Поставим, ребята, с вами монитор, потому что на мониторе часы есть. Вот, этого будет хватать. Так, а отсюда можно забрать, наверное, аквариум с тумбочкой. Так, давайте его как-нибудь интересно поставим. Я не знаю, там рыбки плавать будут, нет. Ну, вот так вот, наверное, установим. Нифига себе, рыбки. Я, кстати, очень себя всегда хотел себе аквариум в комнате. И здесь это можно как бы сделать. Ну,
цвет мебели с такими деталями у нас не меняется, к сожалению. Вот, давайте поставим какой-нибудь телек. Моноблок, не знаю, маленький, но не самый дорогой такой. Монитор и системник поставим. Не, ну вот этот монитор, конечно, очень жирный. Он занимает все пространство стола, это неудобно. Да, вот. Давайте поставим поменьше, наверное. Вот системник, но он очень маленький. Вот посмотрите, это жесть, ужас. Вот, не будем его ставить и поставим с вами тогда. Так, ну... Ну вот, подходим. Ну, хотя, не знаю, вот мы системник с вами поставили. Вот такой вот у нас красивый он. Синий RGB подсветкой. Ну, блин, не нравится мне. Давайте продадим его. И поставим какой-нибудь просто монитор. Ну, давайте поставим телек на 32 дюйма. Вот, его, мне кажется, хватит за глаза. Так, вот сюда. Так, все, ребята, установили. Давайте клавиатуру. Какую-нибудь узенькую, маленькую. В принципе, для работы этого хватит. Так, вот сюда ставим. И мышечку, ребята. Мышка у нас будет под цвет системника. Игровая. Так, системник на столе, потому что он красивый, его, в принципе, и не жалко на стол поставить. Вот, он дополняет картинку. PS5 добавлена в игру. Давайте ее поставим на полочку, наверное, повернем. И установим на полочку. Вот, как бы уголочек игровой у нас будет. Джойстик обязательно беленький, потому что PS-очка у нас беленькая, чтобы выделялась. Вот, все, ребята, и рядом джойстик. Второй мы поставим, нет? Нет, второй мы не поставим, ладно. Что еще есть? Умные колонки, сабвуфер, различные напольные акустика. Давайте, наверное, колоночки поставим. Я люблю слушать музыку. Так, ну нет. Ну, давайте, наверное, так. Ну, кровати, ребята, поставим. В принципе, мне кажется, этого хватит. Серый цвет такой интересный. Так, темненький будет. И две штучечки поставим. Так, ну вот, в принципе, комната у нас уже обжита. И на этом можем закончить ремонт в данной комнате. В принципе, все мы сделали, и остается только перейти к полному описанию того, что мы с вами сделали. Вот, в принципе, смотрите, кстати, телефон. Почему бы и нет? Нужен телефон в доме обязательно. Не знаю, кто-нибудь пользуется такими телефонами? Не знаю, никуда мы его не можем засунуть. Наверное, забудем про него просто. Вот такая у нас комната получилась. Различные аквариум, ковер, тюлечки. Все у нас имеется, все обжито. Так, что еще можем добавить сюда? Вот хочется еще что-то добавить, но вот не знаю прям что. Тюлечки, картины различные есть. Не знаю, я не очень люблю картины, которые висят везде и всюду. Мы с вами не использовали никак машины, но машины, там вот это все, фортепиано, у нас некуда сюда поставить. Ладно, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вот такая интересная у нас прихожая. Фонарики, коврик, тут у нас место для собаки, корм, подстилочка, все, тюлечки есть. Большая гардеробная с большим количеством различных отсеков, и обувь, и одежду хранить. Тут у нас что? Тут у нас перегородка вот такая. По-другому не смог сделать. Холодильник, угловой шкаф. Здесь большой стол, стулья для гостей. Угловой. У нас угловая кухня. Удобно, практично. В принципе, все у нас имеется. Выход на улицу. На улице ничего не делал. В принципе, если кому-нибудь будет интересно, в следующей... Пишите в комментах обязательно. В следующей серии я сделаю ремонт на улице. Так. Что у нас здесь? В принципе, спортивный зал можно поставить куда-нибудь туда. И эту комнату мы с вами видели. Ну, и вот так вот, в принципе, у нас и системник красиво выглядит. Вот, хотите увидеть еще прохождение этой игры, пишите в комментах. Но на этом мы заканчиваем эту серию.